Привет всем, дорогие подписчики и гости канала, особенно те, кто имеет отношение к IT. Время от времени мне поступают предложения о рекламном сотрудничестве. Но я давно решил, что если и буду рекламировать что-то, то что-то такое, чего мне не стыдно было бы рекламировать, что-то, что я готов покупать и сам. И такой случай настал впервые. Отличное поле для развития и прокачки. Позвольте представить вам онлайн-курс Дениса Пугачева по системе контейнеризации Docker, который начнется 27 июля и продлится 8 рабочих дней. Вы наверняка слышали о контейнерах, докере, оркестрации и прочем. Модная и перспективная тема в IT. Так что, если хотите въехать в это, как для использования в работе, так и для личного применения, то добро пожаловать. Формат курса я опробовал на себе, так как успел пройти короткий бесплатный курс-интенсив. Курс называется «Докер для разработчика», но пусть это не пугает. Я сам вообще не разработчик, но у меня не было с этим проблем на курсе. Большая часть информации относится к системному администрированию, а точнее к тому, что называется DevOps. Формат курса. Видеоуроки на сайте ВКонтакте. Подготовленная тренером виртуальная машина для лабораторных работ. Понадобится поставить себе VirtualBox. Домашние задания с проверкой и возможностью задавать и разбирать вопросы. На ознакомительном курсе у меня это занимало примерно по часу в день. Я точно иду на курс с 27 числа и приглашаю всех желающих присоединиться. Программа и как записаться смотрите по ссылке в описании внизу. Стоимость 4900 весь курс, 2900 один из двух модулей. И обратите внимание, если вы идете на курс с другом, то на двоих это будет стоить 6500, то есть 3250 с каждого. Если друг оказался вдруг. А теперь бонус. Если вы используете промокод Махров при регистрации, то получите дополнительную скидку в 1000 рублей. Так что в случае двух друзей это обойдется всего в 2750 с человека. Парням докер тяни, рискни, не бросай одного его, пусть пойдет на тепло с тобой, там поймет.